Конкильяне – это паста, напоминающая по форме большие ракушки. Обычно эту пасту фаршируют всевозможными начинками. Смотрите, как приготовить фаршированные конкильяне. Ракушки, фаршированные мясным фаршем, традиционный вариант приготовления этого вида итальянской пасты. Конкильяне с фаршем – блюдо очень простое в приготовлении, но безумно вкусное и сытное. Как и все итальянские блюда, такое яство отлично подойдет даже для какого-нибудь торжественного ужина, потому что выглядит очень эффектно. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. В кипящую воду отправьте конкильяне, варите пасту 10-15 минут, при варке добавьте 2 столовые ложки растительного масла. На сковороде обжарьте лук, чеснок и морковь. К поджаренным овощам добавьте фарш, посолите и поперчите. Тушите с закрытой крышкой приблизительно 20 минут. Отправьте к готовому фаршу 2 столовые ложки сметаны, перемешайте. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Нафаршируйте конкильяне фаршем, каждую ракушку полейте томатным соусом, сложите их в форму для запекания. Присыпьте сыром каждую из ракушек и запекайте в духовке 15 минут. Ставим лайк и подписываемся. Обещанный список ингредиентов. Конкильяне – 250 грамм. Мясной фарш – 500 грамм. Растительное масло – 4 столовые ложки. Лук – 1 штука. Морковь – 1 штука. Чеснок – 2 зубчика. Соус томатный – 3 столовые ложки. Сметана – 4 столовые ложки, соль, по вкусу, перец молотый, по вкусу, количество порций, 5-7. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. До свидания, друзья!